Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня сайт по заработку Dogecoin абсолютно, друзья, без вложений. Я не подавней писала видео вот по этому сайту. H5 FreePub Dog. Все замечательно работает, платит инстантом. Здесь вот крутить рулетку. В день дается нам 3 вращения. Это же такой же самый, как я, ну, если он аналогичный этому, и можно предположить, что от одного админа. Только этот 9 дог, паб доги. Также в день дается 3 вращения. Вот домашняя страничка, тут вот это вот видео, вот здесь поделиться, в самом низу кликаем, находится реферальная ссылочка, и кликаем, и вот она скопирована в буфер обмена. Возвращаемся. Ну и вывод, естественно, от 100 монет вот этих. Но набираются они быстро. У меня в данный момент 99 монет. По регистрации, друзья, прописывайте email, адрес, пароль. Кликайте «Зарегистрироваться». Перебросит на страничку. Появится такая вкладочка посередине. И там нужно ввести вот такие вот. Вам на почту придет письмо. Вот такие циферки нужно будет вставить. Как бы, и вас перебросит уже в кабинет. Это активировать учетную запись. Я одну сделала вращение, и я думаю, что я уже наберу минималку на вывод, то чтобы проверить его, как бы сразу в режиме онлайн на вывод. Вот этот платит инстант, а вот этот сейчас посмотрим. Я и тот выведу тоже, но надо сначала с новым. Значит, кликаю. Вот у меня 2 вращения осталось. Вот это не надо, бесплатная игра. Просто заходим раз в день, раз в одну минуту, каждую минуту. Делаем вращение. Кликаю старт. Dogecoin. У меня на балансе 104. Да, минималка уже есть. Так. И у меня через минутку я еще сделаю одно вращение. Перехожу на старый. У меня здесь тоже 2 вращения. Сразу я и здесь крутану. Здесь у меня 349 монет. Далее 1 доги. 350 стало. Поставлю на паузу. Обожду одну минутку. Здесь ничего такого нет. Также поделиться можно здесь. Нажать. Здесь тоже реферальная ссылочка. Здесь домашняя страничка. Это вот эта вот рулетка. Так. И вот здесь информацию вот эту всю можно прочесть. Вот. Ну а пока пауза. Давайте, минутка прошла, еще сделаем вращение. Клик вот старт. 104. 10 Dogecoin'ов дали. 10 монет. А, все. Ну и здесь сейчас крутану тогда. Так же. И сразу проверим на вывод. Буду делать все в режиме онлайн. 1 дог. Ну, 300 монет. Здесь вот эти 51 монета, они как бы не идут в счет. Тут ровная сумма. 100, 200, 300 и так далее. Давайте вернемся в новый проект, на новый сайт. 9 док. Значит, бумажник. Возможно, сейчас будет играть музыка, друзья. Так что тогда... Так, иду. Кошелек. И беру адрес. Я не знаю, как эту музыку отключить. Значит, смотрите. Одна монета вот этого
PubDoggy равна 0.028 Dogecoin. У меня их 100. Ну и здесь вот эту информацию все так же прочтете. Вставляю адрес снятия средств. Значит, перед включением двухфакторной аутентификации необходимо проверить адрес электронной почты. Это все будет при каждом выводе монет. Отправить. Так, и на e-mail надо идти. Перехожу на почту. Dogecoin. И вот это каждый раз переводим. Пожалуйста, нажмите на ссылку. Я кликаю. Сейчас страничка загрузится. Все, видим. Окей. Так. Возвращаюсь. И теперь что? Иду обратно. Опять вставляю адрес. 100, 200, 300, 500, ну и так далее. Вставляю адрес. Снятие средств. Так. А, они уже вывелись. Они сразу автоматически, друзья, выводятся. Сейчас проверим баланс. Так, видите, перебросила в казино. Это нам не надо. Вот, Free Doggy. Кликаем. И у меня на балансе стало 7.12 монет. Переходим в Dogecoin. Send. О, нет. Вот так, транзакция. Что-то нет еще монеток. И они... Что-то монет еще пока нету. Странно. Так, ладно, это удаляем. Ну, вот этот вот... Сейчас я вот эти хочу поставить на вывод. Я в прошлый раз ставила, было как бы все инстантом. Так, снятие. Все. Монетки вывелись. Возвращаюсь. А у меня снялись только 100 монет. Странно. Ой, так, ребятки, надо что? Надо обновить. Давайте поставлю на паузу, и я обновлю, перезагружу. Потому что, наверное, надо будет опять эту аутентификацию вводить. Ну да, кто бы сомневался. Сейчас я все сделаю, после продолжу. Прошло минут 10. Монетки поступили на кошелек. Значит, как я уже говорила, одна вот эта монета. Так, где бумажник? Одна монета 0.028 Dogecoin. Это значит 2.8 монет. Баланс мой увеличился. И с одного, и со второго поступила. Так, транзакция. Значит, вот 2.8 и 2.8. Замечательно. Платим. Так, значит, еще, друзья, хочу сказать, немножечко добавить по выводу монет. Обратите внимание, вот на старом я выводила, да, у меня было 300, у меня снялось только 100 монет. Нужно быть внимательным.
Я их тоже сейчас выведу. Ну, не сейчас, возможно, потому что через 30 минут я могу их только вывести. Если у вас 200, 300, 500 монет, видите, 100 монет по умолчанию стоят. Мне надо было кликнуть вот сюда на 300, чтобы, видите, загорелось 300. И тогда выводить. Теперь у меня 200 монет, да? Я кликну 200. И потом только уже поставлю на вывод. Так как мне писали здесь, я пробовала, увидите, 30 минут. Что мне тут написали? Перевести на русский. Подождите 30 минут и повторите попытку. Но еще 30 минут не прошло. И позже я также поставлю их на вывод. Вот надо быть внимательным. И также здесь, если у вас более монет, надо кликнуть на сумму и потом уже выводить. Вот, ну и все, в принципе. Хотите работать, работайте, ничего сложного. Ну, не хотите, пройдите мимо. Пока дают, надо брать, я считаю. 3 вращения в день, ну, 3 минуты, считай, потратить, чтобы крутануть. Набираем 100 монет. Мне, ребятки, мне по 50 монет выпадало. Вот, 50 доги. Ну, это мне на старом. Вообще так шикардосно. Всем удачи, всем пока.